Более 70 незаконных мигрантов из Китая были выявлены в Николаевском районе. Масштабную операцию по задержанию нелегалов провели сотрудники полиции и миграционной службы. Целый китайский поселок в чистом поле, в бараках из камыша, обмазанного глиной. Как пояснили сами задержанные мигранты, в регион они прибыли в конце прошлого года для работы на полях. И всю зиму провели в самодельных лачугах. Кстати, на русском языке иностранные гости изъясняются с большим трудом. Овощи растили, фрукты? Помидоры. Овощи, да? Помидоры. А где жили? Жили. Ну, где спали, жили. Дом где ваш был? Здесь. Поле. Никаких документов, удостоверяющих их личность, у китайцев не оказалось, как нет мигрантов и разрешений на трудовую деятельность в пределах России. Все 74 выходца из Китая были задержаны. В настоящее время граждане Китайской Народной Республики находятся в специальном приемнике Главного управления с последующим решением вопроса об их выдворении за пределы страны. Проверку проведут и в отношении фирмы, организовавшей приезд китайских граждан в Николаевский район. И по ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.